Отлично, генерал. Я не сомневалась, что вы дойдете до конца. Поздравляю. Надеюсь, Вальгалла достойно вас отблагодарила. Только поглядите, кто наконец-то зашел через главные ворота. Видимо, там что-то случилось. Значит, это добрый знак. Фрея, я примкну к тебе. Я постараюсь стать людям защитником. Хорошо. Я рада это слышать. Хорошо, что ты нашел здесь, что искал. Я бы не справился без помощи моих друзей. Я благодарен. Вальгалла в вашем распоряжении, Крадос. Если захотите над чем-то поработать, сейчас или позже, мы к вашим услугам. Ты делаешь успехи, но работы еще много. Воительница. Вы заслужили. Опыт не может быть напрасным. Это урок. Ведь так? Хотите, продолжу? Продолжай. Так вот, я росла маленьким сорванцом. И в любую драку я летела первой, сломя голову. Может, с Асгардом что-то не так, но там всегда кто-нибудь где-нибудь махал кулаками. И мне нравилась эта суматоха. В ней я чувствовала себя живой. Я летела по жизни без страха и в целом без здравого смысла. За мной закрепилась определенная слава, и это обернулось бедой. Один скандально известный задира, которого я высмеяла, решил меня выследить. Было несложно узнать, кто я и где живу. Он решил проучить меня. Идите дальше, потом расскажу, что было. Хочешь немного изменить баланс сил? Оно того стоит. Флейта Калион. Как только будет готов, брат. Не спеши. Whoa!
Я рад, что ты снова здесь, Кратос. Похоже, ты начинаешь постигать истину, которая открылась мне давным-давно. Мы жаждем защитить мир, и поэтому должны чтить и уважать воинов внутри себя. Если Вальгалла будет нужна, она будет тебя ждать. Как и я. До скорой встречи, Тюр. Не сомневайся. Там враг, которого тебе сказано убить. Осторожно, сзади! Вот кто был нужен. Путь должен быть свободен. Идем? В этот раз улучшим положение.
Тебе предложили остаться в Элизиуме с дочерью только чтобы погибнуть? Похоже, у тебя не было выбора. Конечно, был. И я столько раз жалел, что не поступил иначе. Почему? Я покинул Грецию, но Калиопа не покидала мои мысли. Не знаю, сколько времени нам было бы отведено в Элизиуме, но я бы отдал все десятилетия после той встречи лишь за несколько часов с ней. Только после встречи с Фэй это чувство исчезло, как и мелодия Калиопы. Но я часто вспоминаю ее. Надеюсь, в Элизиуме она обрела покой. Бросает тебе вызов? Да на сей раз я с тобой. Так вот как Вальгалла представила твои воспоминания о Греции. Пожалуй, даже не хочу знать, что это такое. Попробуй рассечь нить. Стреляю справа! Ведет счет. Не нравится мне этот призрак. Он под землей! Ах!
нужен. О! Выходит, женщины-птицы водятся не только на моей родине. Сильнее. Спеши, пока это не повторилось. Засчитывай, Вальгалла. Go!
сблизимся. От тебя никто не уйдет. Но ублажить Вальгалу. Пойдем-ка наверх. Нам могла бы пригодиться кратковременная помощь, да? Я надеялся, что ты вернешься. Разуму всегда есть над чем поработать, верно? Рад Признаю поражение, Кратос. Прекрасная работа, достойная нового звания. До следующей встречи, друг мой. Ах.